На еженедельном совещании в Доме правительства обсудили и цены на социально значимые товары в республике. В январе этого года выросли цены на хлеб, черный чай, овощи и фрукты, сахар, макароны, соль, рис, колбасу вареную, говядину, сливочное масло. Между тем снизились цены на молочную продукцию, мясо, яйца и другие продукты. Повышение стоимости продуктов питания обусловлено ростом цен производителей и оптовых поставщиков из-за инфляции. Потребительские цены зависят от количества продукции, производимой перерабатывающими организациями республики. В 2021 году обеспечен рост производства. Индекс пищевки составил 102,5%, напитков 101,2%. В республике вводятся меры, сдерживающие рост цен и развивающие конкуренцию. Олег Николаев поставил задачу развивать в республике систему продвижения продукции республиканских производителей на межрегиональные и внешние рынки, используя все современные форматы – дистанционную торговлю, ярмарки и так далее. Также в Чувашии мониторят цены на лекарственные препараты. Как сообщил министр здравоохранения Чувашской республики Владимир Степанов, надбавки на жизненно необходимые лекарства, лекарственные препараты в Чувашии остались одними из самых низких.